Тюменский «Рубин» провел второй матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ. До этой встречи тюменцы выиграли 6 раз подряд, пропуская при этом первыми. А на сей раз, открыв счет, потерпели поражение. Уже на 9-й минуте Денис Давыдов забросил свою 8-ю шайбу в плей-офф. Отыграться хозяевам помог рикошет от пинка защитника Владислава Семина. Во втором периоде шайба Максима Грошева и дубль Кирилла Марченко, по сути, решили исход матча 4-1. Уже на 48-й минуте наставники «Рубина» сняли вратаря и выпустили 6-го полевого. Именно в таком формате Никита Мокин один гол отыграл. Но затем Сканева реализовала большинство, а в концовке поразила пустые ворота 6-2. Где-то не получилось, но ничего страшного. Счет по серии 1-1. Сейчас едем в Тюмень. Надеюсь, родные стены и болельщики нам помогут. Матчи в Тюмени состоятся 3 и 4 апреля. Воскресную встречу покажут канал «Тюменское время». Начало трансляции в 16:40.